Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня я буду вам рассказывать, как избавиться от лишних яблок. Если у вас очень много, в принципе, яблонь, у нас их очень много, 9 яблонь. Но сейчас мы будем с вами говорить про одну яблоньку, у которой бывает на ветке вот по 3 яблочка. И больше вот такие вот, видите? Такие вот яблочки здесь уже большие, а это вот маленькие. Они вот отваливаются даже, видите? Их надо снимать, потому что она их попозже все равно сама сбросит. Если даже они вырастут, она их все равно сбросит уже большими, и вам придется убирать. Поэтому мы всегда берем ведерко и обходим каждую яблоньку вот так вот, снимая с нее яблочки. И это, конечно же, очень помогает самой ветке, потому что когда яблочки растут, ветки у нас опускаются все ниже, ниже. Вот такие вот подпорочки можно делать. Это вот из леса мы брали деревца молодые. Конечно, жалко, но подпереть надо веточку. Вот эта веточка вообще сгибалась у нас как-то очень давно до самой земли. Представляете, вот она ветка, и вот она земля. Практически вот она вся палка. То есть, в принципе, видите, у нас все яблони. Вот тут тоже подперто, вот тут подперто тоже, вот здесь вот тоже. То есть, в принципе, они мы все подпираем, чтобы ветка не сломалась. Потому что яблоньки очень-очень тяжело держать яблоко. И чтобы ей не было, конечно, вот этого тяжело, мы избавляемся от яблонь. Яблок, вернее. Вот они. То есть, видите, получается здесь одно большое, мы его не трогаем. Но оно и держится хорошо. И два маленьких. То есть сок сейчас распространяется, идет к 3 яблочкам. Ну, к этой побольше. Вот, а надо сделать так, чтобы только к ней шел. То есть эти 2 мы убираем. Вот она. Оп, видите? Она сама падает. И все, ветка уже выше становится. Вот здесь вот. Тоже. Опа. Вот она сама падает. Вот, сейчас я кидаю, конечно, все это на землю. А так обычно мы ведерочко берем и с ведеркой ходим. И веточка уже получше, яблочки будут посочнее, конечно же, получше, повкуснее. Здесь тоже вот, я вижу, здесь вот тоже выбираете. Можно даже каждое попытаться сбить. Какое не упадет, значит, оно, если оно держится хорошо, значит, оно будет висеть. Ну вот, одно осталось. Ему будет весь сок идти. Здесь больше на веточке больно нет. Вон там маленькая только. Одной рукой не достаю. Вот это у нас вот одна была яблочка. Яблонька. Вот. Вот тут, смотрите, вообще ужасом. Вот с кого надо начинать. Видите, какая грусть. Вот это да. Вот у нее надо. У нее, видите, все они большие. Здесь, конечно, так и так придется отрывать. Мы их обычно вот так вот, тут поменьше, крутим. Не отрываем, а крутим, крутим, крутим. И оставляем по два яблочка. Вот где-то вот так вот. Вот, видите. Ну, надо. Они потому что все равно упадут. А так хоть соберешь, пока они маленькие, и легче выносить. Вот здесь вот тоже вот оно. Одно маленькое, второе маленькое, вот они. 2-3 где-то больших. И, конечно, смотрите, насколько ей тяжело. То есть она прям очень сильно согнулась. Вот такие вот яблочки. И вот так мы все вот постепенно снимаем, снимаем и относим в ямку. Можно чаи какие-то заваривать, зеленых там кислых яблок. Может, кому-то нравятся, может быть, не кислые они, может быть, они какие-нибудь терпкие. Иногда вот что-нибудь такое подобное хочется, что-то терпкое такое. Чай какой-то зеленый, там, с зелеными яблоками. Вот, не знаю, ну, что-то такое вот. Давайте посмотрим другие яблоньки. Ну, здесь вот тоже, кстати, но она все равно, мне кажется, упадет. А, это вот, кстати, у нас жигулевская яблонька. Жигулевские яблонки, они очень... большие, вернее, яблоки очень большие, такие красные. Вы можете, кстати,
их увидеть в конце, где-то в августе, в конце августа, в сентябре я буду снимать обзор своей дачи и обязательно покажу свои яблочки. Они очень большие, прям классные. Вот. Ну вот, вот эта часть сегодня вполне отдыхает, в этом году вернее. А вот какая у нее сторона-то. А другая сторона у нее зреет, она по половинам. Подмерзла один раз. Здесь вот одна вот ветка уже, но она старая у нас, деревья. Им уже по 20 с лишним лет. И вот она уже высохла, видать, подмерзла. Где-то здесь. И вот чуть-чуть яблочки будут. Ну, у нее всегда, в принципе, по чуть-чуть. Здесь у нас вот самая такая поздняя яблонька, зелененькая. Вот они, две зелененькие. Здесь тоже, видите, вот там по чуть-чуть яблочек есть. Вот. Здесь у нас тоже подобие жигулевское. Здесь ветки поудобнее, конечно, свисают. Вот, опять же, видите, маленькое. Вот тут большое. Нет, это не потому, что далеко. Могу камеру поднести, вы видите, то, что она маленькая. Вот тут побольше яблочек. Мы его оставляем, потому что оно вызреет. А другое вот оно. Ой, отломался с веткой. Вот оно другое, маленькое совсем. Конечно, оно не вызреет, оно в любом случае упадет. Лучше сейчас собрать их и выкинуть, чем потом. Потом, конечно, здесь сад, видите, какой огромный. И здесь... Видите, сад какой огромный. И, конечно, тут яблоко нападает. И все это убирать очень сложно. Поэтому мы делаем все заранее. На сегодня это все. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Если они еще будут, пишите в комментариях. В YouTube я еще запишу ролики. На сегодня это все. Если у вас остались вопросы, напишите в комментариях. Я обязательно отвечу, напишу, запишу еще видео, сколько нужно будет. Может быть, какие-то другие вопросы у вас есть. А также смотрите наши другие ролики по поводу сада, газона. Всего-всего интересного. Очень много у меня есть роликов. Также у нас есть влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 года. И у нас очень-очень интересно. А также смотрите обзоры на продукты, на технику. Фоны очень интересные и качественные. И еще много всего интересного. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, жмите на колокольчик обязательно, чтобы не пропустить. Пишите комментарии. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.